had worked with Lane at the coffee shop. She was doing college. Всем привет! Я прошу прощения сразу, я буду с кальяном. Привет всем, ребята, здравствуйте. Спасибо, что кто-то увидел запись в ВКонтакте, в Инстаграм. Привет! Да, вы все вроде присоединитесь. Я сразу прошу прощения, я буду курить кальян. У меня дома выключили свет, и мне пришлось уехать, потому что даже телефон зарядить неоткуда было. Съел я шашлык по-кавказски, но очень надеюсь, что доберусь я до города Грозный и поем нормальный шашлык уже по-кавказски. Вот, очень хочется. Еще раз всем привет. Мы сегодня делаем небольшое такое онлайн-включение традиционное, целью которого является ответы на ваши вопросы, прежде всего. Я понимаю, что вас немало. Привет, Харьков. Я в кафе. Вот, соответственно, но давайте что-нибудь. Желательно вопросы такие непроходящие. Да, один, конечно. Желательно вопросы непроходящие, такие, чтобы они были максимально интересные, максимально полезные, что ли, для вас. Вы можете затронуть любую тему от моего непосредственно профиля работы до каких-то лично вас уточняющих вопросов. Только единственное, у меня большая просьба, не начинайте вопросы словами «как быть», «как справиться», и так далее, потому что здесь сложно очень отвечать однозначно. Вот. Интересно посмотреть вживую, в чем проблема. Вот. Спокойной ночи, пока. Соответственно, можете задавать вопросы по нашей с Викторией Исаевой совместной теме. Предложить какую-то тему можно, пожалуйста. Почему лучше писать или говорить вслух, разбирая, когда разбираешь ситуацию, это дневник? Когда мы работаем с дневником и работаем над автоматическими мыслями в когнитивной терапии, мы используем запись, потому что во время записи мы больше осмысляем то, что мы пишем, и лучше запоминаем. Это первое. Потому что когда ты это говоришь про себя, бубнишь, это не так видно мозгу, нежели когда ты это пишешь на листке в большом объеме. Это нужно приложить усилия, чтобы все свои мысли вылить на лист бумаги, ручкой причем, да. Поэтому в когнитивной терапии принято писать ручкой на бумаге, формулируя рациональные отношения. Это немного напрягает, но в этом напряжении есть, собственно говоря, один из аспектов терапии. От ВЗД можно избавиться полностью, забить, проявимся. ВЗД – это эмоциональное проявление невротического расстройства. А неврозы – это обратимые нервно-психические расстройства, которые имеют свое начало, середину и конец. Невроз вполне корректируем. Вопрос просто в том, что это за невроз и какие аспекты терапии так или иначе будут использованы по срокам, по тактике, по методу и так далее. Но то, что неврозы обратимы, это точно. Что значит практикующий психотерапевт? У тебя есть опыт соответствующего образования. Я психолог-консультант по базовому образованию, который прошел переподготовку в рамках когнитивно-поведенческой психотерапии, посещая ступень за ступенью определенные обучающие семинары, которые сертифицируют консультантов. Когнитивной терапией может заниматься во всем мире
человек, который прошел подготовку именно в когнитивно-поведенческой психотерапии. Потому что когнитивно-поведенческая психотерапия напрямую отношения к медицине не имеет. Единственное, что нужно очень четко уметь дифференцировать разные случаи, чтобы не взять на себя те случаи, в которых ты некомпетентен. А что касается общего метода, то этим методом могут овладеть практически все желающие. Единственная разница будет в том, в каких непосредственно расстройствах ты имеешь компетентность, а в каких нет. Медвуз не обязательно оканчивать для когнитивно-поведенческой психотерапии. Она никакого отношения к медицине напрямую не имеет в принципе. Так же, как и гештальт-терапия. И дисморфофобия, конечно, частая жалоба у девочек особенно. Если я увидела красивое фото человека, начала плакать из-за... Я не знаю, из-за чего. Мы же с тобой не знакомы. Откуда я могу сказать, из-за чего ты могла плакать? Чтобы ответить на такие личные вопросы про тебя конкретно, нужно обладать достаточно обширным пониманием тебя как личности, твоих когнитивных процессов, интерпретации и так далее. Тогда можно сказать, ты сама увидишь, почему, прежде всего. Что делать, если не можешь разлюбить человека, не выходит из головы? Ну, мы уже отвечали, по-моему, у нас был с Викторией Исаевой по этому поводу целый ролик, он называется «Про любовь». Рекомендую тебе зайти на канал Вики или на мой, посмотреть ролик «Про любовь». Там, в принципе, достаточно так плотно базовые вещи сказаны. Но это история про привязанность, история про интерпретацию, прежде всего. Вот. И тут, опять же, когнитивная терапия нам в помощь, потому что нет понятия «разлюбить» или «полюбить». Есть определенные эмоциональные состояния, эмоциональные привязанности, определенная катастрофизация, если мы говорим, что будет со мной, если этого человека не будет в моей жизни. И, как правило, люди очень сильно катастрофизируют те последствия, когда мы говорим, что если человека не будет в моей жизни, это крах, это кошмар, и я больше никого не встречу, это ужас. Это пример такой классической катастрофизации. С Викторией еще будете делать ролики, читала когда-нибудь. Мы планируем в эти выходные снять некоторый цикл новых видео для вас, но есть разные обстоятельства, поэтому загадывать мы не будем. Если получится, снимем в эти выходные, и вы увидите все ролики по расписанию в понедельник. Может быть, какая-то накладка, увидите там чуть позже. Почему при физических нагрузках повышается вегетативное напряжение? Вегетативное напряжение при физических нагрузках само по себе не повышается. Когда ты создаешь физическую нагрузку, повышается общее физиологическое состояние тела в ответ на физическую нагрузку. Кровь к мышцам приливает быстрее, потому что мышцы твои сокращаются, им нужно больше объема крови. Чтобы было больше объема крови в мышцах, требуется больше приток этих крови с питательными веществами и кислородом. Соответственно, твое дыхание, твое сердце и твое давление будет естественным биологическим образом меняться для того, чтобы обеспечить твои мышцы тем объемом питательных нутриентов, элементов, которые тебе необходимы. Поэтому на вегетатику напрямую физическая нагрузка никакого отношения не имеет. Но в физиологии это естественно. Алексей, здравствуйте, скажите, пожалуйста, длительная бессонница – это невроз? Я не знаю, потому что у бессонницы может быть очень широкий аспект патогенеза или психогенеза, или физиологической эндогенной проблемы. Тут надо разбираться индивидуально, потому что этиопатогенез бессонницы может быть очень разнообразным. Как побороть кардиофобию, страх, занимаясь спортом? Первый этап работы с кардиофобией – это очень полноценное, грамотное, профессиональное кардиологическое обследование, на основе которого ты должен отталкиваться от того, что с твоим сердцем объективно все в порядке. Это первый пласт, который послужит дальнейшим рациональным ответом, на который ты будешь опираться. Если тебе не хватает одного обследования, сделай два, ну, максимум три независимых обследования, чтобы быть четко уверенным. И с этими листочками ты начнешь заниматься когнитивной терапией, основываясь на том, что объективно с твоим сердцем все в порядке. И вдруг чего-то с ним произойти не может. Потому что кардиофобия – это постоянные сомнения о том, что а вдруг что-то произойдет с твоим сердцем. Но на самом деле это «а вдруг» ничем не отличается от того, что «а вдруг этот нож сейчас станет пластиковым».
да, примерно так же работает и кардиофоб. Вторая проблема кардиофобии заключается в том, что человек находится в состоянии тревоги и стресса, и дистресса. И от этого у него возникает повышенная частота сердечных сокращений, в том числе функциональные аритмии, такие как экстрасистолы или просто функциональная синусовая тахикардия. И он эту функциональную синусовую тахикардию или повышенную экстрасистолию может воспринять как проблемы с сердцем. Хотя на самом деле его сердце работает абсолютно объективно его психоэмоциональному состоянию тревоги. Вот. Ну и третий этап работы с кардиофобией – это история про то, что же действительно вызывает у этого человека напряжение, которое заставляет его вот так вот напрягаться телесно и, соответственно, вегетативно это проявляется. Фобия инсульта есть, она относится, в принципе, к классу кардиофобии, потому что вся сердечно-сосудистая система, малое кровообращение, большое кровообращение можно условно квалифицировать в рамках кардиофобии. Если кому интересно, Виктория Исаева находится в трансляции, можете задать какой-то вопрос или что-то у нас твоих спросить, пожалуйста. Помогает ли гипноз? Как относится к гипнозу? Я к гипнозу отношусь отрицательно, я им не занимаюсь. Я изучал некоторые аспекты еще в институте работ основателей гипнотерапии. На меня это не произвело никакого впечатления. Огромное количество моих клиентов, которые когда-то пробовали гипнотерапию, но по факту, по эмпирическим данным, на сегодняшний день самая эффективная, одобренная Всемирной организацией здравоохранения – это когнитивно-поведенческая психотерапия. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, как вы видели в последнем ролике интервью с председателем Ассоциации когнитивной терапии Дмитрием Чемковпаком, Всемирная организация здравоохранения признала когнитивно-поведенческую терапию самой эффективной терапией в лечении тревожно-фобических и депрессивных расстройств, эффективность которой доходит до 80-85% случаев. Очень умного и загорелого. Действительно, все неврозы из детства могут возникать в зрелом возрасте. Да, действительно, формирование невротической конституции психики формируется именно там, примерно до 12 лет. Все убеждения, тактики, стратегии, поведения, они действительно формируются благодаря детскому периоду, взаимоотношения с родителями, взаимоотношения с социумами и так далее. Это правда. Владимир Владимирович Путин научился. Как избежать невроза? Невроза невозможно избежать, с ним можно только научиться дружить и научиться работать над собой. Я не знаю на планете Земля человека, во всяком случае, который живет в мегаполисах или в нашей культуре, такой славянской культуре, да, который избежал тех или иных невротических состояний. Проблема просто в том, что невротическое состояние может проявиться в какой-то момент дисфункционально и патогенно, а может не проявиться. Поэтому избежать этого, скорее всего, тебе не предстоит возможным, если есть какие-то действительно заложенные базисы в детстве. Для условного понимания это можно представить, что в каждом человеке заложены определенные мины, но никто не знает, в каком месте и как плотно они лежат. И никто не знает, что у тебя ждет по жизни. И бывает так, что человек пройдет по жизни, не наступив на эти мины, потому что они были разбросаны немножко в других обстоятельствах, немножко в других сочетанных комбинациях. А бывает так, что человек прям намеренно идет упорото на те мины, и они, естественно, взрываются. Либо жизнь так подталкивает, что его выносит именно туда. Поэтому часто невротические расстройства проявляются не всегда в юности, они могут проявляться и чуть позже, после 35 лет. Жизнь так сложилась, что именно вот привело тебя в определенные обстоятельства. Каждый лист должен быть основан психологии. Я считаю, да. И одной из моих социальных работ в Российской Федерации будет формирование комплекса обучающих программ для школ Российской Федерации в период 10-11 класса по вопросу образования подростков в психологической грамотности. Это можно включить в министерство в состав ОБЖ, но я бы вынес это отдельным предметом, психологическая грамотность, где в течение 10-11 класса ребятам нужно будет изучить основы поведения и реакции в тех или иных ситуациях, включая физиологические проявления, включая расставания, включая смерти близких, включая несчастные случаи.
много тем, которые обязательно нужно объяснить 10-11 классу, и тогда это будет действительно профилактика здоровой нации на государственном уровне. Это моя задача на государственном уровне. Как научиться отпускать ситуацию, которая выводит из равновесия, гоняя порой часами? Тут надо понимать, почему ты гоняешь порой часами. Гоняешь порой часами — это потому, что ты используешь определенные автоматические убеждения. Ты не можешь отпустить ситуацию, потому что ты говоришь, такого быть не должно. Это неприемлемо, только не это. Какого фига, почему со мной? И это неприемлемо в моей жизни, такого быть не должно. И вот эта привязанность, вот это не смирение, вот это не отпускание, оно и тебя и держит. То есть ты сам держишь себя за эту ситуацию, сам держишь себя за эти проблемы. Теми убеждениями, которые ты, собственно говоря, которые ты исповедуешь. Поэтому прежде всего, чтобы отпустить ситуацию, нужно научиться видеть те убеждения, которые тебя привязывают и не позволяют тебе отпустить эту ситуацию. После вашего видеокурса хотелось пойти обучаться на психолога. Это частое явление. Очень часто мои клиенты, которые проходили занятия в группах или проходили занятия лично, или просто смотрят мой канал, они действительно очень часто становятся психологами. Многие из них становятся видеоблогерами. Кого-то вы знаете, кого-то нет. И практически все последние, наверное, за последние годы видеоблогеры – это ребята, с которыми я с некоторыми знаком. Это те ребята, которые начинали смотреть мои видео, и как кто-то у меня консультировался, и так или иначе канал «Невроза Мегаполиса» и ваш покорный слуга стал таким родоначальником блогерства в этой теме. Спасибо. Происходит что-то с самооценкой, когда являешься человеком, который помогает многим? Прости, я что-то не понял. Хватит хвалить себя. Я просто отвечаю на вопросы. Ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Я просто сказал правду про канал. Постоянно что-то болит. Может ли такое быть от нервов? Да, Юлия, только тут надо понимать дифференциальный момент. Прежде всего, когда мы испытываем какую-то соматическую боль или соматический дискомфорт, нам обязательно надо отталкиваться от негативной диагностики. Негативная диагностика в медицине принято понимать отсечение острых патологий по тем или иным жалобам, методом исключения. Соответственно, если вы прошли обследование по тем жалобам, которые вас преследуют, мы можем исключить те или иные органические патологии, начиная от самого главного, это онкопроцессы, да, повреждения определенных на онкологическом уровне, заканчивая каких-то невралгии сердечных, кишечных, желудочно-кишечных и так далее. Когда мы исключаем общую физиологическую патологию методом исключения, мы можем говорить о том, что эти боли могут быть вызваны соматизированной депрессией, или эти боли могут быть вызваны психологическим состоянием. В классическом ортодоксальном психоанализе есть такое понятие, как конверсия или конверсионное расстройство. Фрейд придавал этому много значения. У женщин очень часто подавленные эмоции выходят в тело. Почему аппетит плохой? Я не знаю. Очень много причин плохого аппетита. От банальной простуды до онкологического заболевания. Поэтому причин потери аппетита огромное количество. Также в невротических расстройствах аппетит страдает, потому что человек, как существо животного мира, находится в состоянии стресса. А в состоянии стресса ваши кошки и собаки, у кого есть домашние питомцы, ваши питомцы не кушают, помните, да? Они беспокойны, они не кушают, они худеют. Вот то же самое происходит и с людьми. Привет, Алексей, меня в пятницу не будет. А кто это? Серафим, я понял. А у меня, скорее всего, в пятницу не будет, Серафим, приема. Кстати, а когда у тебя день рождения? У тебя оно было уже? Я пропустил, наверное. В пятницу у меня, Сим, не будет, наверное, приема, потому что, если все получится, мы с Викой и Саевой поедем на конференцию. Было с прошедшим тебя. Желаю тебе здоровья и гармонии.
страх. Что с парнем? Повтори, пожалуйста. Спать боимся с ним. С кем ты боишься спать? Моя специализация – тревожно-невротические депрессивные расстройства. Как правильно провести первый секс с девушкой? Как действовать парню? Ответьте, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Мы очень подробно разберем эту тему, потому что мне есть что сказать, Виктории Исаевой есть что сказать со стороны девушки, и мне со стороны парня. Мы в ближайшее время снимем для вас эту тему и очень подробно вам все расскажем. Потерпите чуть-чуть, хорошо? Как бороться с депрессией? На сегодняшний день самым современным методом работы с депрессией является когнитивно-поведенческая психотерапия. Но опять же, все проходит от дифференциальной диагностики. Депрессии существуют разные, в том числе разные происхождения, психогенные и эндогенные. Прежде всего, надо понять, о какой депрессии мы говорим. Второе, надо понять, чем эта депрессия вызвана. Если эта депрессия психогенная, вызвана психоэмоциональными факторами, путем иррационального мыслительного процесса пациента, то показана психотерапия, в ряде случаев показана психофармакотерапия сочетанной формы, где назначаются определенные антидепрессанты совместно с когнитивной терапией. В ряде случаев мы можем не использовать антидепрессанты, а использовать только психотерапию. Какие основные ошибки совершают родители при воспитании невротика? Хороший вопрос, но их очень много. Посмотри, пожалуйста, на канале «Невроза Мегаполиса». Там есть видео. Ребят, подскажите, пожалуйста, как оно называется. Оно называется, по-моему, «Про воспитание детей», да? Или «Как не воспитать невротика». Есть большой видео-вебинар. Подскажите человеку, как он называется, чтобы он на канале его нашел. Там трехчасовой вебинар. По поводу воспитания, там 3 часа я очень подробно рассказываю про это. Расскажите, пожалуйста, как это видео называется, я не помню. Спасибо за голос. Влюбленность и любовь – это разные вещи. Посмотри, пожалуйста, на канале ролик у Вики Исаевой или у меня, он называется «Про любовь», мы там об этом много говорим. Страх перед близостью молодого человека. Я все объясню скоро в ближайшем ролике. С детками работаете? Ответь, пожалуйста. Я работаю с детьми от 16 лет только в присутствии родителей на первых сессиях. Затем уже могу работать в частном порядке. Но обязательно родители приходят. На первых сессиях мы совместно проводим консультирование, понимаем основную задачу, основную проблему. Если мы готовы над ней работать, тогда уже человек может приезжать с родителями и заниматься у меня индивидуально. С 14 нет. 16-17 – да. Как бороться с боязнью собеседований? Много нюансов. Есть об этом материал у меня, посмотри, по поводу социофобии. Есть материал платный на сайте красиков.мск.рф, он называется «Самооценка». Там об этом много я говорю. Но если говорить вкратце по поводу собеседования или публичных выступлений, тебе надо работать со страхом показаться смешным и совершить ошибку. Если ты сможешь правильно работать со страхом совершить ошибку, показаться смешным, тогда ты справишься с этой проблемой. То есть тут проблема не в собеседовании, тут проблема в том, что ты боишься показаться каким-то. Из всех видов когнитивных искажений, какие самые сложные в корректировке? На мой взгляд, самые сложные корректировки и убеждения, которые основаны на религиозном подтексте, где пациент собственные убеждения как бы притягивает за уши вместе с религией. Здесь, как правило, бывает достаточно сложно. Есть ли у тебя чувство, что ты должен всем помогать, спасать их? Нет, конечно, нет. Я это чувство проработал еще 6 лет назад, наверное. Это классическая история про начинающих психологов. Мало кто с этим справляется.
Стресс после потери работы, как бороться? Сама по себе... Минуточку. Да, можно. Что? Можно, конечно, спрашиваете. Хорошо, спасибо. Да. Еще раз, по поводу собеседования. Здесь история не с самой потерей, прости, работы. Сама потеря работы не создает тебе стресс. Ты создаешь себе стресс тем, что ты думаешь о том, что ты потерял работу. Соответственно, допустим, тебя уволили, и как ты об этом думаешь? Все, я накосячила, я больше не найду, какой ужас, я глупая, это ужасно и так далее. То есть сама по себе потеря работы не является стрессом, а твое отношение к тому, что ты думаешь, является стрессом. Поэтому когнитивная терапия работает именно с последствиями, прежде всего. Как легко и быстро переключиться? Найти автоматические мысли, которые тебя держат, дать рациональный ответ и начать действовать дальше. Как отличить стресс от депрессии? У неврозов и депрессии есть очень такая важная штука, которую можно дифференцировать. Невротик – это человек, который предвидит тревожность. То есть он видит угрозу в разных обстоятельствах, он видит очень много эмоций, такие как гнев, страх, стыд, вина и так далее. А депрессивным пациентам больше свойственно считать себя дерьмом и видеть туннель в конце своей жизни, что никогда ничего не изменится, я такой плохой, и что бы я ни делал, будет все ужасно. То есть это такой очень драматичный, пессимистический настрой по отношению к себе, по отношению к окружающим. Часто ли психотерапевт проходит супервизию? Супервизия – это консультация психотерапевта у своего специалиста, где он разбирает сложные случаи, если он с ним столкнулся. Нету понятия принудительной супервизии. Если терапевт столкнулся с сложным для себя случаем, он может попросить супервизию у своего коллеги. Если он не считает это нужным, может не просить. Возможно, вы путаете с личной терапией самого терапевта. Я считаю, что личная терапия самого терапевта должна ограничиться 3 годами, желательно в том методе, в котором он будет работать. У парня проблемы с девушками. И чего ты хочешь от меня услышать? В Питер пока не знаю. Как научиться выражать свои мысли? Сначала надо понять, почему ты боишься их выразить. Скорее всего, ты боишься произвести плохое впечатление, выражая мысли. Скорее всего, ты боишься произвести какое-то... сделать ошибку. И тугое выражение мысли – это уже последствия. То есть надо увидеть, что ты боишься прежде всего. Лёш, может ли быть такое, что после аэробной нагрузки давление ниже стандартного? Прежде всего, непонятно, зачем ты меряешь давление после аэробной и неаэробной нагрузки. Я думаю, что тут проблема не в том, что ты должен знать, какое у тебя давление, а тут проблема в том, что тебя беспокоит уровень твоего давления. Потому что давление в организме человека меняется от огромного количества факторов. И постоянно изучать твое давление заведет тебя в логический тупик. Поэтому тут у тебя проблема не с цифрами, а тут у тебя проблема с кардиофобией, где ты постоянно измеряешь и контролируешь давление. Возможно ли самому выйти из депрессии, я так понял, что без антидепрессантов? Теоретически и практически возможно, но все зависит от уровня депрессии, ее этиологии и от тяжести и длительности. Если все симптомы невроза происходят от вегетативного напряжения, поможет ли спорт и секс? Спорт и секс
является дополнительными компонентами в нормализации качества жизни пациента, но не является панацеей в терапии. Что такое же депрессия? Депрессия – это определенное отношение к миру, через которое пациент видит очень драматичный, безвыходный, апокалиптический вариант. Если мы говорим о психогенности депрессии, если мы говорим о эндогенности депрессии, то на уровне биологии мозга, обмена серотонина, дофамина и прочих нейромедиаторов происходят гормональные изменения, которые понижают настроение. И человек просто очень пессимистично себя ощущает. Как вы не устаете от всех этих вопросов? И я такой человек. Как Вадим Вадимович Путин не устает от одних и тех же вопросов? Это наша работа, можно так сказать. Служим обществу. Что? Есть ли методы выхода из прокрастинации? Прокрастинация – это последствия определенного расстройства, либо невротического, либо депрессивного. Для справки, прокрастинация – это бездействие или отсутствие какого-либо действия. Соответственно, бездействие или прокрастинация является последствием какого-то отношения к чему-то, либо страху что-то делать. Часто за прокрастинацией стоит просто страх совершить ошибку или страх выходить из зоны комфорта, страх рисковать, принимать решения. Поэтому лучшим способом пациент считает бездействие, оправдывая прокрастинацию каким-то физиологическим фактом. Например, я пойду и начну действовать только тогда, когда вылечусь от ВСД. А поскольку ВСД – это эмоциональная проблема, то тут получается следующее, что я не делаю ничего, моя жизнь сливается в унитаз, и я по этому поводу переживаю. От этих переживаний я чувствую психовегетативное состояние. Но буду действовать и тогда, когда психовегетативное состояние закончится. Замкнутый круг. Оно у тебя не закончится, пока ты не изменишь качество своей жизни. А ты говоришь, я не буду менять качество своей жизни, пока у меня не будут симптомы. В итоге ты сидишь дома и просто свою жизнь сливаешь в унитаз. Идеализация – это один из психологических защитных механизмов, описанных Зигмундом Фрейдом в классическом ортодоксальном психоанализе, где человек старается идеализировать людей или обстоятельства, что является определенным оправдательным таким механизмом собственных выборов и собственных привычек, например. К рефлексологии как относитесь? Я вообще к неврологии отношусь спокойно. Или ты говоришь про концепцию Павлова, уточни вопрос, пожалуйста. Фрейд – это чушь. Я так вам скажу. Я учился в институте психоанализа. Я хорошо знаю фрейдизм и сам проходил психоанализ не один год. В чем-то Фрейд был очень фундаментально прав. В каких-то вещах, но в чем-то я не разделяю взгляды классических фрейдистов. Например, я не разделяю взгляд о том, что инсайт или осознание определенных механизмов, которые человек делает, способен вылечить тот или иной тип невроза. Потому что осознание, оно не всегда несет определенный терапевтический глубокий эффект. Здесь необходимы конкретные инструменты. Это первое. И этим инструментом является когнитивно-поведенческая психотерапия. Далее. Здесь надо понимать, что психоанализ классический достаточно долгосрочен. В современном мире, как правило, невротику или депрессивному пациенту нужно достаточно в сжатые сроки наладить качество жизни. Поэтому психоанализ подходит скорее уже бессимптомным, здоровым относительно клиентам, которым интересно просто заниматься собственным изучением своей психики с разных методологий. Можно ли использовать НЛП техниками при неврозах? Опять же, я отвечал уже на этот вопрос. Всемирная организация здравоохранения утвердила когнитивно-поведенческую психотерапию самой эффективной при терапии неврозов и депрессивных расстройств. А вы можете использовать любой метод, который вы хотите попробовать. Это лично ваше право.
экстрасенс – это шарлатан. Я с тобой не соглашусь. У меня другая позиция по этому вопросу, потому что слово «экстрасенс» дословно переводится как «сверхчувствительный». А у человека есть разное количество сенсорик. Это ощущения телесные, это определенные аудиальные, визуальные сенсорика и прочий тип сенсорики, включая интуитивное чувствование. А если у человека развит какой-то отдельный вид сенсорики, и это не является патологией, это доказанные научные факты, что все мы имеем разную сенсорику. Часто сенсорика развивается после какой-то психотравмы или череды событий, либо у человека с определенным развитием ума. Поэтому называть это шарлатанством априори с точки зрения науки нельзя, но очень часто вот эти вот истории про исцеление бабками и вениками, оно как раз и формирует неправильное представление о экстрасенсорике. Человек с развитой чувствительностью к людям, развитой интуицией, развитой какими-то кинестическими, кинезологическими аспектами является, по сути, экстрасенсорным, сверхчувствительным. Соответственно, мы не можем называть это шарлатанством. Просто ты путаешь немножко с другой историей. Добрый вечер. Шарлатанство – это когда тебе говорят, вот $300 я вам сейчас тут наворожу, вы водичку попьете, и вы выздоровеете. Вот это шарлатанство и профанация. Я воспринимаю только умных и остроумных людей, убивая тупость, как быть. Заниматься когнитивно-поведенческой психотерапией, потому что люди вокруг тебя вовсе не обязаны соответствовать твоим потребностям об уме, интеллекте и складе ума. И когнитивно-поведенческая терапия учит понимать, что все люди разные. Конечно, ты можешь использовать определенные, испытывать определенные эмоции, но не требовать от окружающего мира соответствия твоим ожиданиям. Хамства такового не существует. Как реагировать на хамство, спрашивает девушка. Ты воспринимаешь какие-то слова или ты воспринимаешь какие-то обстоятельства, сказанные тебе, как хамство. Поэтому у тебя поднимается эмоциональный градус. Если ты воспримешь слова, сказанные этим человеком, как выражение его точки зрения, с которой ты не согласна, или как проявление определенных действий, с которыми ты не согласна, спасибо, и сможешь ответить себе на вопрос, на тезис о том, что люди в этом мире не обязаны соответствовать твоим ожиданиям по поводу того, как они должны с тобой говорить, на какие темы. Понимаешь, проблема в том, что люди в этом мире не обязаны вести себя так, как ты считаешь правильным, потому что правильно – это исключительно твоя позиция. А есть еще позиция 14 миллиардов людей, и их право быть таким, кем они есть. Ну, послали и послали, меня посылают по 100 раз в день. Вадим Вадимович, там, я не знаю, миллионы людей посылают. Но он от этого не перестает кушать, спать и плавать по километру каждое утро. Если ты будешь переживать, потому что тебя послали, то это большая проблема, конечно, требующая корректировки. Да какая разница, кто послали? Это расстраивает, и это не очень приятно, но это может быть в нашей жизни, и в этом нет ничего ужасного. Как можно к вам записаться на сеанс онлайн? Записаться на сеанс онлайн можно зайти на сайт Без Невроза ТВ, либо найти меня ВКонтакте, написать мне ВКонтакте, либо написать на почту невроза.нет@gmail.com, либо найти мой сайт. В общем, кто хочет, тот меня находит на самом деле. Спасибо вам большое. Я думаю, что надо заканчивать. Было достаточно интересно. Я думаю, что вы получили некоторые ответы на ваши вопросы. Спасибо вам огромное за эту трансляцию. Где прайс ваш? На сайте. Спасибо вам огромное. Подписывайтесь на канал Неврозы Мегаполиса в YouTube. Кому интересно, там очень много бесплатных видео. Посмотрите. Спасибо вам огромное за теплые слова. Спасибо. Вика, надеюсь, мы с тобой увидимся в пятницу. Если мне пришлют приглас и все получится, то мы с тобой в пятницу увидимся. Может, что-нибудь поснимаем для наших друзей. Ну и в выходные тоже, надеюсь, все у нас получится. Спасибо вам огромное за ваши вопросы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Смотрите наши видео с Викторией.
ее канал и мой канал в том числе. Спасибо вам огромное. Пока. До свидания.